4 ноября 2022 года, в День народного единства, на базе страйкбольного клуба ВУЦ при РТУ Мира состоялось организованное проректором Геннадием Валентиновичем Фисенко первое совместное мероприятие между представителями МЧС России в лице офицеров Центра специальных операций особого риска «Лидер» и представителями университета. Мероприятие состоялось в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Центром «Лидер» и университетом. Инициатором и вдохновителем проекта выступил ректор Станислав Алексеевич Куч, обратившийся к министру МЧС России Александру Вячеславовичу Куренкову с идеей о взаимодействии между организациями. Первое занятие для сотрудников МЧС провели высококомпетентные специалисты в области тактической медицины, сотрудничающие с ВУЗом. Отрабатывались навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим, а также приемы экстренной эвакуации раненых в зоне боевых действий. Руководство ВУЗа твердо верит, что прошедшее мероприятие положит начало интеграции возможностей университета и компетенций МЧС России в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обогатит структуры новым опытом, а также внесет вклад в укрепление общественной безопасности нашей страны.